Добрый день. Находимся на территории нашего отеля «Вилла Дорадо». Совсем недавно узнали, что тут есть, оказывается, крытый бассейн и джакузи. Сейчас покажу. Вот это открытый бассейн. Я уже снимал в предыдущих видео, показывал. Сейчас покажу, где находится крытый бассейн. Это одни англичане. Я обычно кричу, ну и тут и немцы. Гитлер капут. Вот. Такой бассейн. Сейчас. Это такой бассейн. Они не очень любят ходить на пляже, им кайф валяться в бассейне. Вот такие вот женщины английские. Кто-то наблюдает с балкона. Ну, а сейчас идем в джакузи. Немножко поваляться, разгонять. Вот ленточки георгиевские у нас сегодня, 9 мая. Тут детская комната. Проходим тут. Прям пахнет. Ну, как тут тепло-то. Вот тут вот. Вот. На джакузи свободно. Находится. Покачаемся. Вот тут вот сейчас я покажу. Кроме этого еще бесплатный тренажерный зал. Проход вот тут кто через туалеты. Тут вот гардеробчики сдавать. И вот спортивный зал. Такой реальный вообще. И беговые дорожки, и какие-то велодорожки, и велосипедные. Такие велосипеды. И для качков, Иван Колесников, если смотришь, тебе сюда, ты был бы тут лучше, я знаю. Ты любитель этого. Отсюда позанимался, покачался. Говорю, все тренажеры, которые я только знаю. Покачался. И в бассейн сразу же. В джакузи. Все бесплатно, все входит в наш отель. Вот тут душевой, маленький бассейн. Вот тут вот находится джакузи. И сейчас уже в бассейн пришли люди. Надо раздеться. Вот уже моя супруга разделась. Давай, я закрою. Давай, раздевайся. Закрывается 1 евро. Чего было так? Закрывается. 1 евро. Господи, я так брось, и она нужна. Евро. У меня часы дорогие, очки дорогие. А ты часы в этом рюкзаке? Или все в рюкзак давай получим? Раз. А кто сказал евро? А, да, вон евро. Пойдем. Так что приходите. По всем вопросам обращайтесь. Ну я показал джакузи. Джакузи, вот люди бежат. Тащатся. Сейчас я им покажу Гитлер капут.